37-й день. Сегодня 1.7.2023. Так вот. То, что доллар поднимается, хорошо, конечно. Но рубль падает. Причем мне вот, соответственно, деньги как уменьшаются. Посмотрим, что там пишут в Телеграме. Звонить и этой Рудаковой боюсь я. Черт её знает. Вдруг ко мне хахель какой-нибудь. Не знаю. Она, конечно, тут звони, но боюсь звонить я. Да. Ну, Рудакова. Да. Вот по этим мне исполняется.